Рубашки с лютики, с Анюты с Эйгелах, их бин фарбайгеген, унс тут мирбан. Фарвоз гефелн, а их дышейны мейдалах, ты либо шпинзей, ой, не штафлан. Всем привет. Я сегодня опять поехал за Судаком. Вам еще не надоело, что я за Судаком все время езжу? Не надоело смотреть? Ну, если не надоело, давайте смотреть. Сейчас ко мне приятель приедет, пока вот он задерживается. Ну, я так сделаю пару-тройку забросов на своей точечке. Давайте. Дачник ты у нас. Здорово. У меня нет. Да нет, я тут постоял 5 минут, покидал. Здравствуйте, господа! Ну что, как успехи? Я как назло, прям сразу на первом забросе. На первом забросе? Тут тоже на втором. Вот так вот. О, этот хороший. Шура, учись. Учись у спортсменов. Мы продолжаем с тобой снимать кино, я так чувствую. Хороший судак, хороший. Это за килошный, двушка, это наверное. Двушечка. Это двушечка, я думаю. Женя, представляешь, я сегодня тоже подсак не стал брать. Правда, не стал. Да ладно. Зачем ему подсак? Он все равно их отпускает. Отличный. Сколько? Будешь сильно удивлен, кило 800. Да ладно. Да? То есть установка простая. Надо ловить вот такого судака. Знакомая лодка. Вот там тусовали. Он здесь тупок хитрый, он локальный такой. Тут не просто, я тебе объясню. Тут очень хитро все. 7,4, 8,2. Все, кидаем. Мы вот сейчас шли, мы прошли пупок. Сильно далеко можно не кидать. Блин. Не понял. Я профукал поклевку. Шура. Я профукал ее. Нет, я поклевку не профукал. Он у меня просто сошел на полдороги. Вот чтобы резину. Обычно как? Прокалывают. Вот так вот. Протягивают. А потом эту штуку туда прогоняют. А чтобы это все было ровно, смотри, какой хитрый способ. Вот место прокола, вот оно. Вот место прокола. Я беру трубочку от антенны. Угу. Вот. Вместо прокола вгоняю. И делаю здесь дырочку. Угу. А потом беру. И здесь то же самое. Вот сюда, вот. Прокалываю. И просто до этой дырочки веду. Угу. Вот. И все. После чего уже резина абсолютно ровненько будет сюда входить. Ну понятно, она сама туда зайдет. Да, то есть она попадает вот в эти проколы. Вот так вот. Сюда пролетает. И это ухо уже идет по готовой направляющей, ну, по ровной. Вот, и все, и выходит. И у тебя резина монтируется так идеально. Ты не смонтировал. Вот, хочешь? Как раз видишь, в принципе. Хочешь, возьми. Уже я его не потянул. Вот так вот. Только я сказал, что судака нету. На ярко-красную причем, да? Да. Ха. Вот так вот. Мы тут зеленые ставим какие-то. А он на ярко-красную. Не надо. Не надо мне катер портить. О, молодцы. У нас вчера вот прям ветерок подул, и мы прям сразу... Поклевки такие бодрые стали, прям гораздо бодрее. О! Шура, аккуратно бери. Ну вот тебе и будет судак. Это зачетный. Это больше килошник. А видишь, на структурнике. Видишь, вот она. Справа от лодки он рисует пупки. Ага. Вот они. Он бьет вот на 38 метров влево и вправо сейчас. Ух ты, хороший какой. Ух, блин, слушай, ты это... Не самое, как не переборщил. Я не переборщил. Пусть погуляет. Самёнок. Самёнок?
Это сами хунаплаки. Я чувствую, он тянет. Прет куда-то, не пойми куда. Давай, давай. Он хорошо сидит, по-моему. Под жаберю. Да, на двушечку где-то. Блин! Поклевка. Была, да? Да. Вот тебе эффект этих точек. Ты можешь стоять, ничего нету. А потом в течение там 15-20 минут поиметь 3-4-5 поклевок. Вот считай, я с одной точки трех поймал. Считай, да, и вот еще пустые поклевки были. Шук, ты знаешь, по-моему, это опять сома. Но судя по всему, да, по роже, судя по моей роже, это явно сома. Ну, это хорошее что-то. Идет так, блин. Да не, это похоже, это реально похоже, сом давит. А? Двойник. Одинарник. Двойник я только что оторвал. А, да, 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 да. О, да, о, да. О, ну это точно сом. Сом. А я его и мучу. О, блин! Твою мать, мы его даже не посмотрели. Мы его... Ну, как бы, в принципе, можно становиться и дальше, вот туда, я так понимаю, да? Ну, лучше вот как-то, понимаешь, тут вот эта вот часть интересная. Ты же видишь, сколько вот здесь у нас с тобой поклевок. Оно и там поклевки бывают тоже. Но вот мне почему-то вот в этой части больше. Я в прошлый раз тут и на двушку тоже судака влупил вот тут. Судачок. Да, небольшой. Ну, видишь. Сейчас попробую укрупниться. Вот такой повесить. Блин, поклевка. Да? Посмотрим, поможет ли нам укрупнение. Более крупная приманка. Поможет ли нам? Если тут не мелкий соменок крутится, то значит соменку-то пофигу. Ему чем крупнее, тем лучше приманка. Ну, укрупненное что-то у меня не хочет пока. А сел без всякой поклевки, то есть я оп, чувствую, просто за что-то зацепил, и потом чувствую, о-о-о. Блин, вот это было мне сейчас непонятно. Это было похоже на поклевку. Тащишь, что ли? Есть небольшенькая. Небольшенький. О-о-о. Шура молодец. Шура молодец. Ну, что у нас тут? Судак, ты его подбагрил просто. Не хочет. А? Давай, удачи. Давай. Давай. Ну что, вот таким дивным образом закончилась наша сегодняшняя рыбалка с приятелем. Ничего до обеда не было вообще. То есть поимели до обеда, до часа дня два схода. И кучу таких мелких каких-то потычек и невнятных. И все, больше ничего. А вот с часу и до почти до трех за два часа, сколько получается, у меня поймали пять судачков и две саминые поклевки поимели. Ну вот один где-то на двушку, а один вот сошел. Но я так, как по ощущениям, где-то под пятерку, я так думаю. Вот так вот. Вот он выходами на точку. То есть точка может молчать, 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 а потом вдруг неожиданно в какое-то время сработать. Как-то так. Ну а за сим, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все, что хотите. Я погнал домой, очень хочется кушать. Пока. Es Winter mehr scheint nicht, ein gutes Segelach, Romaschkes Lütiges in hohem Bleis. War was gefällt euch die schöne Mädelach, also viel Arzweitig, die Liebe heus. Зачем gefällt euch красивых Mädelach? Азой филар цветик,
либо-либо, ой.